Рождественская акция прошла сегодня в Брестском родильном доме. Поздравить мам с рождением детей в праздник пришли представители Брестской епархии. Традиции, когда православное духовенство навещает новорожденных и благословляет их уже несколько лет. На Рождество здесь появились на свет 6 мальчиков и 2 девочки. Памятные подарки получили все мамы. Они признались, что самое большое чудо для них уже свершилось. Поздравляю вас с праздником. И малыша также. Дай Бог, чтобы рос здоровенький. На радость вам, ну и чтобы сюда приходил, когда уже будут рождаться у него правнуки. Проведывать. Да, Бог помощь вам. Очень рады, все довольны. Праздник у нас удался на славу. Роды у меня уже 4, у меня старшие тоже дочери. Это 4-я дочка моя. Это действительно счастье. Думала, рожать не буду больше. Но как увидела ребеночка, можно рожать дальше. Еще можно рожать. Но Рождество, праздник же большой. Я думаю, что наша девочка будет счастливая очень. Всего в первую неделю января в Брестском областном роддоме появились на свет 114 детей. Регион по-прежнему держит в стране планку лидера по количеству родов. Только в областном роддоме ежегодно эта цифра достигает 6 тысяч.